Да. Пока я собиралась за Марфушей в сад, дождь, когда я вышла, уже дождь закончился, а так как у нас жарко же, сохнет вообще все за 5 минут. Все высохло уже везде, нет ни одной лужи. А я одела сапоги, взяла зонты, ездила сапоги переобуться после садика, одежку. Захожу в испытатель, там что дождь, я говорю, уже нет. Вот, но я надеюсь, что он начнется. И дождь вот он начинается. У нас вот так вот пасмурно. Но недолго будет нас нежить. Такой вот благоприятный, теплый, комфортной температурой Краснодар. Скоро установится жара, выгорит вся трава. Будет стабильность ракет.